В Югре кадеты принесли клятву достойно служить Отечеству. Больше сотни воспитанников школы-интерната имени Ивана Захаровича Безносского приняли участие в церемонии торжественной присяги. Новобранцы пообещали быть честными и дисциплинированными. Это произошло в Парке Победы окружной столицы на глазах у родителей и почетных гостей. Стоит отметить, чтобы стать кадетами, претенденты на это звание целый год проходили проверку. Преподаватели и воспитатели школы-интерната оценивали их дисциплину, успехи в учебе и спортивные достижения. А выпускники, которые присутствовали на церемонии, рассказали, что уже задумываются о дальнейшей военной карьере. Наблюдая за ежегодными парадами и вооруженными силами Российской Федерации, я очень заинтересовался данной тематикой и, узнав о кадетской школе в районе, в Ханты-Мансийском районе, я решил попробовать свои силы и поступить туда. После кадетской школы я планирую поступить в Санкт-Петербург в артиллерийское Михайловское училище. Я была очень удивлена, когда я узнала о школе-интернате имени Безносского Ивана Захаровича, потому что для нас это память. Я о своем прадедушке знаю с детства. Всегда моя семья, каждый год 9 мая мы всегда ходили и возлагали цветы. И каждый год 9 мая мы всегда смотрели парад и гордились, что наш прадед – герой Советского Союза.